Привет, други и подруги! Хочу вам рассказать и показать одну затею. Приехал вот на дачу, уже тут откидал немножечко. Халабуда такая, есть газовая горелка. Но этой газовой горелкой ничего не нагреешь в этом сарае. Так что давайте, ребята, будем изобретать тепловую станцию. В доме у нас градусов 0, минус 3, 4, минус 4. Ну, вы увидели сколько, короче. Вот такая ерунда. Вот такая вот у меня кухня. Вот такая лесенка. Это вот мой дачный домик. Вот. Вот, короче, затея такая. Вот эту печку, чтобы она работала, приделать к ней, бляха-муха, вот такую вот херобобу, которая у меня на Авито стояла, блин, больше 2 лет. От машинки 4 килограмма. От автомата. Нержавеющий бак. Если вам интересно, смотрите, что я буду мутить. Щелк. Первый. Второй. Удобно-то одной рукой. Третий. Четвертый. Седьмой. Десятый. И пятый. Как оно быстро все отцепилось. Ё-моё. Вот такая накипь за 8 лет. Представляете, я думал, бак чистый. Собака. Конечно же, пройтись бы щеточкой металлической, чтобы вот этот оксиды не выбирали. Так, давайте. Вам, наверное, интересно, как я очищаю. Щетку я не нашел. Взял такую сетку для сковородок. И вот так. Очищает очень даже замечательно. Ну вот, бак, в принципе, готов. Несем его в дом. Будем его устанавливать.
печурку. Время уже проебся почти целый час. Вот так, самое главное, прежде чем ставить, нужна подставка. Подставка у меня вот такую же. Вот такушинская. Подставка от Филорамы Корвет. Сейчас туда фанеру положу. И будем мутить дальше. Вот, короче. Ставим лист деревяхи. Расстояние здесь, конечно, небольшое. Ну, как бы сантиметров, наверное, 30 будет до высоты верхней точки вот этого бака. И получается у меня вот такая херня. Чудотворная, блин. Где у меня спички? Спички, спички. Колесички взяли, спички. Море черное зажгли. Собака. Так, ребята. Одной рукой я не могу зажигать спички. Показывать вам всю вот эту красоту. О, загорелось. Ложим. Открываем газ. Хёрлык. Опа. Ай-яй-яй. Все. Так. Все заработало. Сейчас вот эта вот конструкция прогреет у нас бак нержавеечки. Тепло будет. Уже выходит со всех сторон потихоньку. И вся инфракрасная печка будет у нас работать гораздо лучше. Единственное, что может быть, надо будет повыше поставить. Скорее всего, да. Давайте попробуем повыше поставить. У меня есть вот такая вот. Не влезет. Не влезет. Ладно. Так, ладно. Я решил подставить вот такую подставочку. У меня есть такая подставочка. Вот с такими вот рисуночками. Кого интересует вот такая фрезеровка такого плана. Делаем 500 подписчиков. И я вам выставляю видео, как я это фрезерую. Это очень просто. Ну, может, по деньгам немножечко у кого-то не срастется. Так. На 5 сантиметров выше. Брус 40 и доска 14. Вот. Уже получается получше. Так. Все горит. Все сияет. Опа. Градусов уже 60. Хорошо. Так, ладно. Все, ждем. Устаканенная печка, короче. Ай, бляха-муха. Мысли так и труд, блин. Но уже теплее стало. Хотя пар-то вот идет изо рта, да? Но все равно я уже чувствую, что теплее. Посмотрим, что будет. Вот это кипятильня. А время там у нас всего 3 часа. То есть почти час прошел. Ладно. Ждем. Ждем, ребята, ждем. Самое интересное будет впереди. Насколько же прогрелся дом? Сырость это сырость. Вот сейчас сырость пройдет, вот сейчас вот выкипит. И будем смотреть, насколько поднялась температура. Смотрите, как дымит. Не могу приподнять. Опачки, 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 опачки. Вот такая вот лабуда. Чего такая щеба?
дальше. Время-то всего-то полпятого. Вот так кипит котел. Что же у нас тут? Времени 6 часов. Вот и посчитать, сколько киловаттов. Смотрите, что творится. Сыромятное окошко, блядь. Сырость в доме. Кастрюля еще не выкипела. Реально круто, реально тепло. Жар прет, ребята. Вот смотрите, жар прет. Вообще кайф. Вот так вот жарится котел. Давайте посмотрим. Настолько выросла температура. Кому не нравится, ставьте дизлайки. А кому нравится, целуйте мою, блядь, попу. Вот такие вот, ребята, дела. Время уже без 15:07. Грубо говоря. Подпалил немножечко. Семь-восемь градусов. То есть, если вы видите, то вот эта печка от -7 до +7. Ну, грубо говоря, 6 часов она подогрела. Ну, это бред. Бред, полный бред. 6 часов это, конечно, херня полная.
должна греть часа 2-3. Вот так вот, 7. Семь часов. 6-7 часов. Но это все хуйня, ребята. Как она горит? А пол? Посмотрите на пол. В некоторых местах пол как был ледяной, так и льдом покрытый. То есть спать я сегодня буду, блин, в холодочке. Вот так вот, дорогие подруги. Так, ребята, сейчас время 3 часа. Вот встал чайку попить. В доме уже значительно теплее. На полу снег уже не лежит, а тает. Испаряется даже. Температура у нас вот так вот, 16 градусов. То есть, в принципе, вот эта печка работает офигенно. Единственное, что кастрюлю я снизу поставил вот сюда наверх. Вот в таком положении. В этом положении за 3 часа у меня как раз вот от половины испарилась вот столечко. То есть не выкипело, не сгорело. Опачки, опачки. Где у меня варежки? Ах ты, ах ты. Башки. Ну вот смотрите, 9 часов утра. Температура у нас 18 градусов. То есть за 10 часов вот эта хлопушка. Хлопушка, блядь, согрела до 18 градусов. Вот такие дела. Ставим лайки, подписываемся, делимся видео. Кому интересно, продолжайте эту тему.